Здравствуйте. С 1 апреля социальные пенсии российских пенсионеров вырастут на 10,3%. Увеличатся пенсии по государственному пенсионному обеспечению, суммы которых определяют, исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Повышение коснется более 3 700 000 пенсионеров. Из них более 3 миллионов человек – получателей социальных пенсий. На Ямале повышение пенсии коснется 129 000 человек. Из них 9 200 – получателей социальных пенсий, передают Северпресс. С 1 апреля средний размер социальной пенсии ямальцев достигнет 10 790 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 17 171 рубль. Добавим, что в августе пройдет беззаявительная корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров.